анонс и дата выхода 4 сезона сериала «Нюхач». Премьера 4 сезона сериала «Нюхач» состоится 16 декабря на Первом канале. Четвертый сезон сериала «Нюхач» продолжает рассказ о детективе, владеющем сверхчувствительным обонянием. Он по-прежнему раскрывает самые запутанные дела. Ему даже не нужно читать материалы следствия, достаточно лишь принюхаться. Благодаря своему дару «Нюхач» может рассказать обо всем, что случилось с жертвой за последние сутки. С помощью своего носа детектив сразу узнает, куда человек ходил, где обедал и с кем общался. В новом сезоне «Нюхачу» дают нового напарника. Они быстро находят общий язык, несмотря на сложный характер неординарного детектива. А в личной жизни у героя проблемы. Бывшая жена не выдержала того, что ее муж может легко считывать все ее поступки, и ушла от него. К тому же их общий сын доставляет отцу немало неприятностей. Нюхач иногда страдает от своего редкого дара, но ему приходится жить в этом мире, переполненном множеством всевозможных запахов, и честно выполнять свою работу. Напомним, премьера 4 сезона сериала «Нюхач» стартует на Первом канале 16 декабря. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.